Что-то мы с вами рассоединились. Друзья мои дорогие, уважаемые. Я же что сюда зашел-то? Мы же решили семинар провести. Мы решили провести семинар и Шанкин Тим. Вся команда, практически вся команда будет в сборе. Лекции будет читать лектор колледжа бодибилдинга имени Бена Вейдера. Виктор Симкин, чемпион мира и победитель. Арнольд Классик. Денис Гусев, профессиональный атлет в дивизионе Men's Physique. Дмитрий Селиверстов, руководитель воли императора и абсолютный чемпион России по пляжному бодибилдингу. И ваш покорный слуга Дмитрий Александрович будет читать семинар. Мы начнем в 9 утра с зарядки, с физкультуры. Будем много теории будет, много практики. Мы будем проводить семинар с утра и до вечера. Будет дегустация спортивного питания. Нео Джим, привет! И Клоков База Тим, это на Нагорной. Хороший большой зал, нас может быть много. Денег за вход хотим 3000 поставить цену. 3000 хотим поставить цену, но это, ребятушки, с дегустацией, с чаем, с кофе, с перекусиком на целый день. Целый день с чемпионами, с победителями, с призерами, с практикой и теорией. И еще можно сертификаты о прослуживании вам вручить. Те, кто соберется. Ну, братва, это нормальная цена. За целый день семинара это нормальная цена. Переведите на доллары, это даже не $50. Если в Европе семинары стоят $200, когда я ездил там в Рим, я платил 200 евро за семинар за день. В Лондон в фунтах платишь за 200-300 фунтов за семинар. А так это целый день, и за, не знаю, там $35 вы получаете и Шанкина, Гусева, Селиверстова, Симкина. Можете задать любые интересующие вопросы. Есть у вас вопросы? Хотя можно и в Перископе, естественно, задать вопросы бесплатно. Можно задать вопросы бесплатно и получить бесплатный ответ. А моя жена говорит, какой вопрос, такой ответ. Вопрос бесплатный, ответ 200. Кто-то заходит, кто-то у вас больше, то меньше, то больше, то меньше. Сфоткаться возле входа. Ну, так обычно делают. Так обычно и делают, кто жопит денег. Ладно, сфоткаюсь бесплатно у входа. Но там, чтобы попасть туда, чтобы попасть в зал, надо пройти КПП. А чтобы пройти КПП, надо зарегистрироваться и фамилию свою сказать. Поэтому надо будет заранее записаться, на почту отправить свою, запрос, оплатить и приехать и кайфовать уже с тетрадкой 48 листов и сидеть, писать самую ценную информацию. Как к соревнованиям готовиться? Как набирать массу, как сушиться, как готовиться, какие принимать препараты, какие использовать спортивные добавки, что качать. Ну вот, например, во Владивостоке, когда я ездил, семинар стоил сначала, по-моему, 6, а ближе к телу вообще стоил 8. Тачка как тачка, вот, тачка-прокачка. Тачка красивая. Мне нравится. Надеюсь, что у меня деньги какие-то. Хопа, деньги нашел. Что можешь сказать о кленбутероле? Вредно. Кленбутерол плохо. Плохо, дети. Кленбутерол плохо. У жены говорит, сейчас кофе пью, обожаю, люблю, да. Ролик великолепный с Маврики. Спасибо. Старый ролик, древний. Сургут стоил 5000. Во! Салик, здорово, привет тебе! Сие мероприятие 21 февраля с 9 утра до 9 вечера. Это воскресенье, выходной день. Поэтому приходите, приносите свои задницы.
будем заниматься, будем упражняться, будем общаться, отвечать на вопросы, фоткаться, делать селфи, мелфи, шмелфи и фигелфи. Здорово, братуха! Стайл смайл. Саня, здорово. Ага, привет. Слушай, я к тебе обещал заехать, что у меня какой-то сумасшедший день. Все занято, нахрен завтра кого-нибудь выкину точно из расписания, к тебе приеду. Стайл смайл. Как тренить, кушать. Так, что у вас там? С Ригертом супер видео. Спасибо. Завтра выписываешься? Ну тогда можешь сразу в гости. Можешь сразу к нам. Можешь сразу к Димону. И в Уфу планируешь. Планируешь, не планируешь. Пока не планировал. Так, 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 911. Оу, моя любимая машина. Оу, 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 оу. Эй. Да, высокой скорости нета на телефоне. Не знаю почему, иногда есть, иногда нет. Сейчас есть. Региться на семинар можно по почте info@yashankin.com. info@yashankin.com. 17-18 у Клоков соревнования. У нас ребенок собирается выступать. Обязательно приеду. Так что, кто хочет сфотографироваться бесплатно, 17 февраля Клоков база Тим, чемпионат среди юношей и молодежи и студентов. В Ангелово приеду. На шпагат сажусь только на продольный. Приходи фотографироваться бесплатно. А кто хочет получить знания, умения, навыки, те за бабло. Ай, народ, народ. Друзья мои, я уже подъезжаю к дому. Мне было приятно с вами пообщаться. Приеду домой, будем перечитывать вопросы, потому что вопросы так и не увидел. Многие вопросы не увидел, вы уж меня простите. Всем желаю хорошего вечера, приятных снов и всего самого замечательного. Чао, бомбини, пока-пока, до свидания!